без оптимизации. Видите, три входа. Супер. Все, наверное, лучше и не надо вот так оставить. Все оптимизировано, все заебись. Видите? Мастерски, блядь, сделано. Так, куплю чай. Сейчас здесь напишем. И дальше на вокзале. Не знаю, куда еще лучше оптимизировать-то? Че, блядь, плохо что ли? А? По-моему, отлично. Вот, смотрите, видите? Че, как еще лучше? С ума сошли, что ли? Куда еще лучше-то, блядь? Все отлично. Так, вот эта хуйня, в которой может быть. Нихуя. Все нормально с оптимизацией. Два FPS. Ну. Так, ты вот чай не продашь? Это что такое, а? Ну вот как так играть-то? Ну, сами все прекрасно видите. Хули тут говорить. Не знаю, это я вот еще спокойный, блядь. Другой бы на моем месте плюнул бы на всю эту хуету вот так вот. С таким FPS, с такими оптимизациями, блядь. Психанул бы, блядь. Тем не менее, сама вот тема игры, идея. Все вот на ней держится. Если бы этого не было, то я не знаю, то она бы в одночасье бы, блядь, просто разорились бы, нахуй, разработчики. Вот именно все держится на теме, на этой. А она, конечно, не разработчиков. Вся эта. Сталкерская тема. Тем не менее, на ней вот все и держится. Ну скажите, вот какой еще проект есть вот похожий онлайн? Вот на эту игру. Ну, никакого. Сурвариум это вообще не то. Сурвариум это контра. Только как с другими текстурами. Все. Зона, я не знаю, это ничего похожего. Очень сложная система. Так, а что у нас тут есть? Ловушек, что ли? И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Так, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Стоит. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. Вот и поэтому люди, стоп, вот, простым и легким, которым действительно нравится эта тема, до невозможности. Вот они тут, несмотря ни на что, несмотря на 2 FPS, блядь. Несмотря на патчи, которые выходят раз в полгода, блядь. И которые, блядь, делают не 2 FPS, а 1, блядь. Так. Нужен ремонтник. Забыл опять написать, что куплю чай.
Хотя кому тут писать-то, блядь, никого нету. Один-единственный бродик какой-то. Авангардыч. Авангардыч тоже, по-моему, видосы делает. И только тот. А чё, по 8? Очень дорого. Вот я давеча говорил вам, вранье все это. Ну и что там, примолк? Плевал я на вдохновение. Зона — это очень сложная система ловушек, что ли. Пойдемте в домик, тогда сходим, этот тоже еще проверим. Че он примолк-то? Три пачки. Я давеча говорил вам, вранье все это. Чувствую, сейчас вылетит. Плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то... Опять не прилетит на этот диалог. Чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Я скажу, что я действительно не хочу того, чего я не хочу. Ну так вот отойду. Все, какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, их смысл... Телепатия, ни привидения, ни летающих тарелок. Ничего этого быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться. И не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что... Да, ну, спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник АБС, который равен треугольнику вот Абрем, Бэврем, С. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. Который в каждом доме жил домовой, зачем? В каждой церкви Бог. Аптекарь. Да люди были молоды. Зачем а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. Так, мы уже сами говорили, что зона... Порождение сверхцивилизации, которая... Тоже, наверное, скука. Тоже какие-нибудь законы, треугольники. Ну, никаких тебе есть? Домовых. И уж, конечно, никакого Бога. Спасибо тебе. Потому что, если Бог, а это тот самый треугольник... А, лешего, лешего убить надо. Со злобой, блядь, на разработку. Надо ползунки эти попробовать, пошевелись, которые в настройках системы. Может, действительно зря наговаривал, сейчас там передвину и все, летать начнет. Надо будет попробовать. Сейчас чаек я выменю эту шляпу на подстаканнике. Это не зайдет. Передвину ползунки попробую.
аж это, уже в мозгу что-то дергаться начинает от такого, это, блядь, от такой игры. Эти мысли дергаться начинают. А ты куда? Блядь, вы уже все углы проссали тут. Заебанцы, блядь. Чего, сменить некому? Все зассали, блядь. Трется вечно в этом углу. Ну, действительно, аж в мозгу какая-то это, как это. Мысли начинают вот так же лагать, блядь, из-за такой картинки, нахуй. Это ж пиздец полный, блядь. Что это такое? Сейчас перезайду. Сейчас чай обменяю. Шляпу какую прицелишься на него даже. Да, три штуки давай. Короче, три подстаканника на три чая. Все. Все, все есть. Волосы, подстаканники, глаз. Сейчас я перезайду. Попробую передвинуть по звонку. Продолжим. Фигня это все эти настройки, в общем. Ничего не изменилось, блядь. Осталось. Ну, может быть, чуть-чуть что-то там получше стало. Видите, уже не играет просто близко. Записывать, пока эти с лагами с этими не разберусь. Сейчас этот квест сдам. Говорю, у меня аж от такой картинки аж в голове лагать начинает, блядь, мысль. Трясет, как глаза болят, блядь. И так играешь на маленьком. В окошке в этом, блядь. Плюс эти лаги, блядь. Пытка. Вот. Пока так не буду я записывать. Надо разобраться с этими лагами. Насиловать самого себя, своим, блядь, головам. Ну что такое? Ну вот даже, блядь, ты прицелишься в эту собаку.
Сейчас зайду на форум, почитаю. Что... Ну хотя народу-то еще нет, еще никто не играет. Попозже, через денек, отпишутся. Интересно, много там счастливых будет. Оптимизации даже вот встреча с шавками может оказаться роковой, блядь. По сути которых можно, блядь, пальцем убить нахуй. Но даже с ними можно, блядь. Выхватить из дюлей. Тут проходит, сюда смотрите, он там, никто не идет. Там шторм ведь сможет с базы какой-нибудь бежать, или что угодно. Ну, в моем случае можно, блядь, вообще никуда не смотреть, потому что... Ну, как это? Я что, я смогу отбиться как-то, что ли? Вот так вот. Я даже не пойму, что случилось, блин. С таким FPS-ом, блин. Ладно, Горман, давай. По поводу твоего блюда, держи подстаканники. На этом я пока что прекращаю делать ролики до лучших времен. Все, всем пока.